Российский актер Иван Рудаков ушел из жизни на 44-м году жизни. Трагическую новость подтвердили родители артиста в социальных сетях. Накануне родители Рудакова сообщили, что их сын попал в реанимацию 57-й столичной больницы. У него начались осложнения на фоне COVID-19, которым он переболел еще летом. По словам отца и матери актера, Рудакова подключили к аппарату ALF. «Чудо не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», написали они в Facebook. Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. После завершения обучения в школе он поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского. Карьеру в кино Рудаков начал строить лишь в 2005 году. Его дебютом стала роль рок-исполнителя Влада Бойцова в фильме «Попса». Всего за свою жизнь актер успел сыграть в 44 кинолентах. Наиболее известными из них считаются сериалы «Кухня» и «Ланцет», а также «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без любви» и многие другие.